Так, всем доброго дня. Сегодня у нас стиральная машина, и проблема такая. Многие с ней сталкиваются, плохо подается вода в стиральную машину. То есть при стирке очень слабенький напор воды, порошок до конца не растворяется. То есть первое, что нужно сделать, в самую первую очередь, с обратной стороны, где шланг, откручиваем подачу воды, предварительно закрыв кран. Потому что как вы только открутите, у вас потечет вода на пол. Поэтому обязательно закройте воду. Дальше. Здесь мы видим, стоит сетка. Потом берем вот такое приспособление, захватываем язычок и достаем. И вы видите, что происходит. Вся грязь, которая в трубах, она оседает на этой сеточке. Поэтому достаем, чистим и пользуемся дальше. Если понравилось, ставь лайк, подписываемся. Всем пока.